Итак, доброго здоровья всех, рад приветствовать на канале Game Alert. Меня зовут мистер Фриман 315. Мы продолжаем проходить Opposing Force. Замечательный аддон первого Half-Life. Блин. Опять мы не увернулись от заряда от этих. Нет, все-таки нет. Попробую еще раз. Так, по-моему, одного я убрал. Где ты? Все хорошо, но там эти черные агенты, их мне надо тоже убрать, и чем быстрее, тем лучше. Так, интересно, попал я у него или нет. Наверное, попал. Слушай, ребята, а? Блин, что-то реально метки. Так, а что ж мы с ними делать-то? Так я буду пытаться подлавливать что-то вроде этого. Вот эта штука их очень даже неплохо выносит. Так, еще раз. Так, двоих я, по-моему, вынес. Сейчас два еще спустятся сверху. Ребят, я два раза промахнулся. Два раза. Так. Отлично. Пока больше никого не вижу. Идем. А дальше, я так понимаю, наверх вот сюда, да? Не трогай меня, я расскажу тебе секрет. Я тут прятался и слушал эти черные оперативники, у них там какая-то бомба. Кажется, они собираются взорвать базу. И зачем это им понадобилось? Так, понятно. В общем, мне сейчас, походу, надо либо обезвреживать бомбу. Либо взорвать ее к чертовой матери, только я не пойму, как это будет происходить. По логике, если взорву, то взорвется все. Поэтому, скорее всего, наверное, буду обезвреживать. Так. Опять я не попал. Надо попадать с первого раза. Раз и два. Примерно так.
Идем дальше. Так, у меня еще 4 заряда. Что довольно-таки неплохо. Ты с ума сошел? Я не могу открыть дверь, пока кто-нибудь не отключит запор. Сейчас попробуем. Осторожно с этой штукой. Одно неверное движение, и весь этот комплекс взлетит к чертовой матери. Ты главное делай. Есть противник. И что это за дрянь? Так, ну ладно. О, чуть не добрались до меня. Иди-ка туда. Дальше все не так. Единственный выход через 4 уровня, но там сейчас черт знает что. Оперативники использовали его как опорный пункт, пока туда не добрались чужие. Если все-таки проберешься, там ожидай, что они будут стрелять в нас. Окей, спасибо за информацию. Че, идем дальше. Так. Ага, вот он, Джимен уже здесь. Блин, вот мне интересно, в каких-нибудь следующих частях нам хотя бы немножечко прольют свет на эту личность. Что он из себя представляет и какая у него цель. Очень многие задавались этим вопросом. Так, спускаемся потихонечку вниз. Я не пойму, а что мне делать? Их тут столько, что караул просто. Но даже если я вот здесь засяду, даже если я вот здесь засяду, так, ну троих я, допустим, убрал. А, это эти невидимки бегают. Конечно, чтобы справиться, это так, если я попробую все-таки их проигнорировать. Так, ну иди сюда. Так, еще минус одна. По-моему, вот здесь один.
иди сюда. Так, где она бегает? Присадила, ладно. Так, если мы сделаем вот так. Их там очень много. Так, попробуем еще раз с правого фланга прорваться. Сюда, теперь сюда. Нет. Немножко не получается. Так, теперь сюда. Быстренько, быстренько, быстренько. Не, ну это уже как повезет, видимо. Так, а если с этой стороны попробовать? Зараза. Не дают мне ничего сделать. Так, а если попробовать еще немножко повыносить этих друзей? Сначала отсюда. Блин, они гранатами просто закидывают, я ничего вообще... Я даже не успеваю ничего сообразить. Так, ладно. Так, ладно, ну уже легче. Нет, все-таки не легче. Так, а вот так, наверное, легче. А вот так, наверное, легче. Так, ну теперь попробуем еще раз. Еще раз, да, туда прорваться. Конечно, вот М16 в данной игре, на данном уровне сложности, просто нулевая. Просто нулевая. Так, а если подствольник, то бросить. А, называется бросил. Ладно, ждем вагончика. Побежали, побежали, побежали. Так, теперь сюда. Все-таки жизни у них побольше на харде, и они меня выносят. Я что-то сейчас не понял, он сам себя подорвал. Ребятушки, сколько у вас там? Ну, я хотя бы попытался. Видно.
шумит. Как я мог так промахнуться? Так, еще раз. Сам себя подорвал, окей. Так, а если я сделаю вот так вот? Раз. И два. По-моему, достаточно неплохо. Ящички проверить. Блин, как тут шумно, а? Я уже немножко отбил. Так, что взять, что взять? Так, вот это возьму, идем дальше. Да, напряженная, конечно, обстановка очень сильно. Очень сильно напряженная. Так, раз. Вот. Угу. Хорошо. Еще раз. Раз, и два, и три, и четыре. Пять, четыре патрона. Вот я не знаю, блин. Так, а чем его еще можно? Так, этим, этим, вот этим, наверное, сейчас. Ага, ребятки, не тут-то было. Стоять. Блин, 12%. Полная жесть. Есть еще кто? Так, пулемет. Блин, ну что я сделал? Что-то как-то я немножко расслабился. Так, ну что, идем вперед. Так, а что там происходит? Так, а что тут? Ладно, давайте, наверное, сюда. Теперь сюда. Не рассчитали немножко. Еще раз сюда. Теперь сюда. И теперь быстро сюда. Так. Дальше сюда. Сюда.
ребят, пусть они там развлекаются сами. Да не, не меня успевают достать. Полная жесть. Ребят, я, с вашего позволения, чуть-чуть увеличил яркость. Все-таки так немножко поприятнее. Так, еще раз. Блин, а я даже не знаю, как тут спусти... А, вот как. Ой-ой-ой. И сам себя. Так, хорошо. Сами поразвлекаются. Знаете, мне кажется, они там уже всех поубивали. Пора и мне что-то делать. Что-то они какие-то не пробивают. Блин, там эти мне не нравятся. Так, одного приложил. Так, я так понимаю, молнии он меня здесь достать не может. Это хорошо. Зато вот этим может достать. Надо аккуратно. Ага. Тихо, спокойно. Его же оружием против него. Блин. Не получилось. Надо взять что-нибудь потяжелее. Так, 4 подствольника у меня. И все. Так, ага, 2 гранаты. Вернее, 2 заряда на гранатомет. Так, стой. Так, по-моему, все. Ой, красота. Отлично. Так. Убили вроде всех. Кого, говорит, убили, кого надо, того и убили. В каком-то фильме было, ладно. Так, идем дальше. Кажется, ты неплохой парень, капрал.
Послушай, тебе тоже просто туда что-то лезет, причем это что-то имеет самый мерзкий вид из всех, что я видел здесь. Я видел там пару тел, но, по-моему, они уже были без признаков жизни. У меня здесь есть довольно много оружия, так что возьми столько, что ты сможешь унести. Оно тебе там точно понадобится. Удачи, капрал. Я так подозреваю, ребята, что мы подходим к финальному боссу, который сейчас будет. Я не знаю, что это будет или кто это будет, но... Так, здоровье у нас половина, броня 1/3. Ну что ж, поехали. Сейчас глянем. Так, я сейчас немножечко не понял, что произошло. Короче, ехал я, ехал на вот этом лифте и, в общем, как-то вот так вот сюда свалился. Ладно. И немножко меня как будто какой-то небольшой гравитацией тянет назад, да? Ладно. Один. Божечки, что это? Так, наверное, сюда. Я не очень понимаю, что мне делать. Ага, птички, хорошо. О боже мой, это что такое? Так, вопросов нет. Привет, дружочек. А, да-да-да, ему, по-моему, надо по глазам стрелять. А теперь сюда. Или тоже из пушки. Так, по-моему, наш друг сейчас опять прозреет. Да. Опять наш дружочек прозрел. Так, ну ладно. Так, 5 зарядов винтовки. Так, а если в него попробовать... гранатометом, если у меня, по-моему, если у меня заряды есть. Так, есть. Одного приложил. Чтоб не путался под ногами. Ой-ой-ой, аккуратно. Так, раз. Ничего у меня не получилось. Зараза. Раз. Два. Давай, давай, открывайся. Такое дело. Кстати, мост-то оборвался.
сейчас нам придется очень жестко. Моста нет. Так, эти там друзья внизу бегают. Где? Спокойно, друг, спокойно. Так, веревка. Так, что мы делаем? Значит, сейчас быстро. Раз. Блин, еще и здоровье отнимается, а? Хотя нет, ребят. Так у нас не получится, потому что там по лестнице мы не залезем. Так, блин, подождите, а если мы по... А, все, понял. Понял. Значит, раз, теперь быстро, очень быстро. Не получилось. Еще раз. Что-то он долго эту штуку в руки берет. Отлично. Ну что, все что ли? Блин, оказывается, еще и не все. Еще раз придется. Блин, я как обычно промазал. Нет, в нашей ситуации мазать ну никак нельзя. Вообще никак нельзя. И знаете, что мне интересно? Я вот не знаю, сколько раз его придется убить. Вернее, в смысле не убить, а сколько раз в него придется попасть. Блин, зараза. Нет, все-таки 30% это маловато будет. Еще раз загружусь. Нет. Здоровье надо беречь, потому что все-таки. Ага, вот у меня еще пулеметик есть. Но пулеметик я оставлю на этот. На его слабое место. Немножечко неправильно я сделал. Так, попал еще раз. Где ты, друг? Как я его не могу убить нормально, а чтобы не заранить. Так, где он? Так, по-моему, я его убил, да, если я не ошибаюсь. Рано я обрадовался, он живой. Еще пока. А ну.
вот этим попробуем. Так, нет. Так, а что мне такое взять? О, во. Ребята, у меня все равно 30%. Блин, ну не знаю, что с ним делать. Так. Вот этим буду его гасить. Все-таки его же оружием. Все-таки, на мой взгляд, самое эффективное. Слушайте, мне это удалось. Как бы это удивительно не звучало, но мне это удалось. Так, теперь я беру быстренько пулемет, так, и пулей. Пулей туда. Потом на другую сторону. Ребят, вы знаете, по-моему, я застрял. Я загружусь, потому что я что-то не могу понять. Ни влево, ни вправо, никуда. Так, хорошо. Поехали. Возьми ты, блин, в руки. Вот берет раза с третьего, с четвертого. Раз. Так, спокойно. Не. Не пойдет. Я вспомнил, что мне надо сделать. Так, сейчас он повернется. Теперь он отворачивается. Блин, а? Что-то мне как-то... Что-то мне как-то не везет. Тьфу ты, блин. Он меня как-то своей клешнёй бьет и все. Блин, да попади ты в него. Не успеваю. Раз. Ну вот не везет мне. Так, клавиша быстрого переключения между оружиями. Так, Q есть. Так, ну что, пошли. Не надо спешить. Может, надо делать вот так. Так, я, наверное, сохраню. Все равно у него уже одного глаза нету. Так, давай, плюйся. Блин. Еще раз.
Тихо. Так, а что ж мне с ним делать, а? Успел попасть, но он успел меня убить. И как-то непонятно. Давай. Мимо. Есть. Есть. Ну и что, все что ли? Шепард, наконец-то мы встретились. Не думай, что я избегал тебя, просто слишком много вещей требовали моего внимания в эти трудные времена. Я надеюсь, ты понимаешь. А теперь мне нужна еще одна услуга с твоей стороны. Я не могу закончить свой рапорт, пока внутри не будет все спокойно. Самой большой проблемой был комплекс черной мессы, но, похоже, проблема разрешилась сама собой. Да, именно так. Но все еще остается нерешенная проблема свидетелей. Правда, я удивлен стойкостью тех, кто умудрился выжить, несмотря на все неприятности. Они напоминают мне меня в молодости. Поэтому я добился того, чтобы придержать тебя на время. Но я думаю, что слуга народа вроде тебя понимает важность скрытности. Мои служащие не заслуживают доверия, как ты. Они не могут сопротивляться искушению рассказать всем все. Поэтому мы решили передать тебя туда, где ты никому не причинишь вреда. Ну и никто не причинит вреда тебе. Я уверен, что ты можешь себе представить, что есть и другие варианты. Так, и вот вновь мне... А, я думал, что мне предлагают выбор. Как в конце оригинала. Но нет. Все-таки нет. Все решили за Шепарда. Ну что ж, ребят, вот и подошло к концу наше прохождение. Я честно хочу сказать от себя, я получил колоссальное удовольствие. Хоть это даже и второе мое прохождение этого аддона. Ну, в принципе, что можно сказать? Если бы я в него поиграл в 99-м году, по-моему, тогда он вышел. Я не представляю, какие бы эмоции, какие бы ощущения я испытал в тот период своей жизни. Ну, это было бы что-то космическое, что-то колоссальное. И даже сейчас, столько лет спустя, сколько лет спустя, 16 лет спустя, я играю вот в этот аддон к первой. Своего рода и в какой-то степени хоррор, вот экшен, очень большой экшен, то есть геймплей просто колоссальный, невзирая на то, что устаревшая графика, физика на высоте, просто великолепная. Ну, как в принципе и все остальное. В общем, всем огромное спасибо, что были со мной, приходите на канал, ставьте палец вверх, подписывайтесь, буду рад новой встрече. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.